Ежегодно в нашей стране более 8 тысяч человек узнают, что у них онкологическое заболевание. Наиболее распространен рак прямой кишки. За ним следует рак молочной железы, кожи и легких. Сейчас на учете у онкологов свыше 62 тысяч наших сограждан. Врачи предупреждают, что болезнь можно предотвратить и успешно лечить, если вовремя обнаружить. Поэтому настоятельно рекомендуют регулярно проходить профосмотр. Так и мы знаем, что на момент актуал в мире pe primul loc în decese are pricina este patologia cardiovasculară. În anul 2030 se preconizează ca cancerul să ocupe locul întâi. Acum noi vedem că mai mulți pacienți decedează de cancer decât împreună туберкулеза, сида и малярия. В Молдове самый распространенный тип рака – опухоли в прямой кишке. Доктора советуют немедленно пройти медосмотр, если есть кровяные выделения или дискомфорт в этой области. Ну а людям после 40 вообще советуют раз в год проходить специальное обследование. Оно длится около получаса. Заболевание хорошо поддается лечению, если его вовремя обнаружить. Сегодня в онкоинституте представили новый современный аппарат радиотерапии. Он более безопасен для пациентов. Acest aparat ne permite să facem toate poziționările posibile, atât cap și gât, torace, bazin, membre inferioare și superioare. Poziționarea se face datorită acestor lasere care se văd peretele culoare verde. Эта привезенная из Швейцарии установка обошлась в 1 200 000 евро. Молдавская сторона выделила 500 тысяч. Остальное – грант от Международного агентства атомной энергии. Радиография – один из трех самых действенных методов лечения рака. В данный момент в онкологическом институте курс лучевой терапии проходит 400 взрослых пациентов и 35 детей.